Красноярский детский карнавал признан лучшим региональным событием 2016. Накануне в Москве состоялось вручение национальной премии. Ее организуют в пятый раз и по традиции здесь выбирают самые яркие, уникальные и оригинальные мероприятия, организованные в России. За право называться победителем в номинации «Регионы» вместе с нашими земляками были заявлены очень масштабные проекты. Но лучшим событием члены экспертного жюри назвали наш карнавал. Напомню, детский карнавал в Красноярске проводят уже 11 лет. С каждым годом у этого костюмированного шествия все больше поклонников и последователей. В этом году карнавал тоже запланирован традиционно на 1 июня, в День защиты детей. Тема 2017 года «В мире животных». Каждый год в Красноярске 1 июня на проспект Мира выходят тысячи детей в карнавальных костюмах. Это восторг абсолютно бесконечный. Мне кажется, что мы таким образом всем городом показываем всем детям, что вы очень важные для нас. Вы ценные бесконечно. Я считаю, мы можем всем городом порадоваться. Красноярск победил вообще, как региональное событие. И это вот с моей точки зрения, это прям победа про жизнь. Это прям победа жизни. Правда?